Друзья мои, Валентине Ивановне 90 лет, и вы часто спрашиваете, а какой она была в молодости? Вы дальше увидите. По определенным причинам есть только одна фотография, где ей 21 год, а остальные были сделаны 20 лет тому назад. Валентина Ивановна ушла на пенсию в 82 года, а до этого 18 лет работала в издательстве. Работа была связана с командировками, причем по всей России. Я думаю, что она была классным специалистом и очень хороший человек, потому что даже сейчас бывшие коллеги помнят про нее, общаются и регулярно приглашают в театры и на концерты. Наша современница. К сожалению, время вносит свои коррективы, но морщинки только от улыбки. И в возрасте можно быть красивой.